Модный показ в парке «Реке». Украинские дизайнеры Олег Скирда и Ирина Красильникова представили последние коллекции вечерних платьев и купальных костюмов. Демонстрировали наряды девушки из модельного агентства «Никита Модулс», который открывает в Грузии свой филиал и займется поиском и продвижением перспективных грузинских моделей. О настроении публики на модном вечере позаботился самый популярный киевский диджей Лера. Официальная презентация «Никита Модулс» в Грузии завершилась праздничным фейерверком. Приехал сюда из-за того, что увидел несколько красивых девушек. Мне привезли мои модели, которые работали у вас на Fashion Week здесь. И подумал, что есть смысл здесь тоже поискать. Коллекция именно как коллекция. Большая коллекция. Я не показал здесь всю коллекцию. Это как бы впервые в мире была мной придумана и сделана. То есть у меня были попытки там сделать купальник мини от кутюр. Там один-два купальника. То есть заявляли какие-то промо. Но вот коллекцию в действительности показать, как бы, ну вот, не удалось первым.